Теле2 открыла во Владивостоке первый на Дальнем Востоке салон связи третьего поколения. Диджитал-технологии позволяют компании предлагать клиенту уникальный цифровой сервис. Это инновационная концепция в отрасли розничной сети. Она основана на диджитал-подходе в рамках трех плоскостей. Это коммуникация, сервис и ассортимент. Диджитал-подход помогает оператору установить открытое взаимодействие с посетителями. Дизайн салона предлагает клиентам удобную навигацию по ассортименту. В цифровом салоне располагается открытая выкладка нового поколения. Пользователи могут не только протестировать смартфон, но и дополнить его наушниками, часами и другими гаджетами. Основная идея и концепция этой витрины в том, что наши клиенты могут не просто взаимодействовать с телефонами, как это происходило всегда, они могут собирать для себя целый комплект различных гаджетов. Обратите внимание, что на наших витринах цифровые ценники, которые позволяют максимально оперативно доносить информацию до наших клиентов и делать актуальные предложения в рамках скидок и акций. Они отражаются в режиме реального времени на наших ценниках. В зоне умных вещей компания не просто выкладывает смарт-устройства, но и демонстрирует сценарий их применения. Мы видим колонки, которые позволяют управлять всеми прелестями умного дома. Это умными розетками и другими гаджетами. В случае, если у вас нет в квартире или в доме подобных устройств, в любом случае эти колонки принесут вам море удовольствия в связи с тем, что вы можете через них включать различную музыку и взаимодействовать с интернетом без помощи телефона. Комфортное взаимодействие Теле2 обеспечивает и с помощью виртуальной витрины, где посетители самостоятельно могут ознакомиться с актуальной зоной покрытия, выбрать номер или сменить тариф. Виртуальная витрина – все в один клик. По сути, это терминал самообслуживания для наших клиентов. В этом терминале самообслуживания клиент может подобрать себе различные тарифные планы. К примеру, вот наш хит продаж – это Мой Онлайн Плюс, в рамках которого есть абсолютно безлимитные социальные сети, которые не потребляют трафик. Ну или, допустим, он может выбрать, скачать себе приложение «Мой Теле2». В салонах нового формата Теле2 применяет диджитал-подход к выкладке товара. Теперь посетитель может взаимодействовать и знакомиться со смартфонами при помощи интерактивной витрины. Мы установили интерактивную панель Huawei, с помощью которой наши клиенты могут не просто попользоваться телефоном, но и при этом увидеть их технические характеристики с реальными отзывами на Яндекс.Маркете, а также сравнить с техническими характеристиками другого телефона и подобрать тот смартфон, который ему подходит больше. Такой формат диджитал-салона не имеет аналогов на рынке операторской розницы. Он ориентирован на сокращение времени обслуживания, повышение качества и удобство предоставления услуг в новом цифровом формате. Дмитрий Беломестнов, Сергей Тулатиев. Новости на Восьмом.